Сорока трехлетняя Анастасия Волочкова встретила Новый год на острове Пхукет в Таиланде. Балерина вызвала бурные эмоции фанатов своим шпагатом. Бывшая прима Большого театра третий день отдыхает на популярном курорте. Анастасия заявила, что взяла с собой несколько купальников. Блондинка пообещала порадовать поклонников своими новыми шпагатами. И сегодня, 1 января, она оправдала ожидания фолловеров. Балерина позавтракала вареным яйцом и листиком салата, после чего отправилась на прогулку на яхте. В минималистском бикини цвета фуксии Волочкова присела на край судна, после чего сделала горизонтальный шпагат. «Растяжка не пропала на Новый год», — заверила Анастасия. Однако в этот момент яхта стала заводиться и завибрировала. Чтобы не упасть в воду, балерина быстро прекратила свои акробатические упражнения. Затем Волочкова сделала на палубе яхты вертикальный шпагат. Высоко. Первый шпагат Нового года. Прежде чем осуждать, задайтесь вопросом, можете ли вы так же? Призвала пользователи Инстадива. Многие фолловеры восхищенно восприняли увиденное. Очень красиво. Море, яхта, красивая женщина и шикарный шпагат. Наконец-то. Шпагат 2020, идеальная поза, классная растяжка. Happy New Year. Написали они. Вместе с тем, откровенная поза балерины вызвала и неоднозначные отклики. Я бы испугалась, что плавки сдвинутся. А растяжка крутая, мы так не можем, только трусики бы другие не очень красиво, давайте соберемся, выставим фото своих профессий. Настя, балет – это не такая завидная профессия. Есть врачи, хирурги, инженеры, техники, шахтеры, вы же тоже так не можете Новый год. А некоторые гадости пишут, какие-то обозленные на жизнь люди. Настя прекрасно выглядит и прекрасно отдыхает. А некоторые перед телевизором оливье кушают, отметили фанаты. Волочкова второй раз в жизни отпраздновала Новый год за границей. 2019 год Анастасия встретила в Москве. 1 января она сходила в баню, а затем в обнаженном виде приняла снежные ванны. В Таиланде сейчас отдыхает Ирина Шейк. В новогоднюю ночь она повеселилась с подругой и двумя парнями. А сегодня утром модель порадовала мужчин снимком в бикини.